У корпорации власти больше, чем у правительства. Все борются за власть. За контроль. Помоги. Прошу. Но я не перестану искать. Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем играть Deus Ex Human Revolution. Отправимся в Taiyun Medical. На поезде мы добыли карточку, и теперь сможем проникнуть к ним на завод. Но только на первом уровне, потому что тут несколько уровней, мы ж в чертовом Китае, там какой-то Малик, что-нибудь Пхеньян, блин. Я здесь, Дженсен. Опа. Смотрю на схемы здания Taiyun Medical. Прекрасно. Мне нужен доступ к терминалу систем безопасности в башне в верхнем городе. Ты вообще в курсе, что между тобой и верхним уровнем целый... Да ты шо? Да, знаю. Паньгу, есть идеи, как туда пробраться? Для начала можешь начать подниматься. Спасибо, это гениально, Причард. Как я без тебя смог бы дойти до такого, Причард? Оба. Ничего нет. Опа, кредитка. Кто-то хотел купить. Что тут у нас? Кофе? Батончики? Не. Бутылки, но не смог. Так. Окей, мы проникли в этот, на, я не знаю, какой уровень. Инженерный уровень. Непонятно, но мы смогли проникнуть. Воу. Какого черта? Что это там? Подорвалось что-то или что? Так, взломать. Ну, изи. Я тут уже на этом Причарда схавал, чтобы это все взламывать. Так, вперед. Защита, защита, защита. Повышаем защиту. 40 секунд. Выкусите. Так, 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 сейчас. Хоп, хоп. Хоп. Ага. Что такое? Ты помоги мне! Ты! Помоги! Прошу, нужна помощь! Ты... Адам так смотрит на него. Регулирующую систему замкнула. Утечка ядовитого газа. Я пытался. Но я тут застрял и не смог. И не смог. Давай без истерик. Что нужно сделать? В следующей комнате клапан. Его нужно перекрыть. Я понял. Окей, окей. Посмотрим, что у меня. Может, что-нибудь у тебя достану. Поторопитесь. Так, следующая комната. Я понял, я понял. Парень, не торопись. Я сейчас взломаю все тут и будет все тип-топ. Типа топа будет. Так что без паники. Защита, 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 защита. Взлом, взлом, взлом. Ой-ой-ой, уровень 5. Готово. Чик. Все, парень, расслабился. Я, в принципе, сюда могу даже зайти. Мне вообще пофиг этот яд. Потому что я шо, зря качался. Я уже прокачал себе легкие. Все, эффект иммунитет к ядовитым газам и газовым гранатам. Единственное, у меня шоковый эффект не очень. Где он? Вот это вот. Защищает от отключения имплантов и потери энергии при воздействии ими гранат и электричества. Кстати, на двойку стоит двойку. Первый откроется. Ну тут видите, получается, первый это 2 стоит. Потом 3 и 4. Много. Много. Очень много. Так. Давай, парень, я тебе
помогу. Так, так уж и быть. По старой, по старому знакомству. Хотя я впервые тебя вижу, но все равно помогу. Чё б не помочь. О, секретарь. Именно коды доступа для хранилища химикатов. До конца месяца действуют следующие коды. Ага. Запомню, спасибо. Шо ты тут, мужик, как дела? Ты спас мне жизнь. Как я могу тебе отплатить? Карточку. Можешь подсказать мне, как пройти? Куда? Мне нужно попасть в верхнюю башню. Тебе нужен лифт, который за комнатой криостерилизации. Ага. Но туда не пускают персонал без допуска. Но сегодня дежурит Ким. Он мне слегка должен. Скажи ему, что ты отлинь, и он тебя пропустит. Огромное спасибо, друг мой. Я перед тобой в долгу. Так на тебе и так маска была. Как ты мог тут задихнуться? Задохнуться, а? Как так-то, э? Так, что это там? Ничего. Опа. Мы можем это взломать. Почему бы и нет? Почему бы не взломать? А, я думал, система начнет сразу. Тревога, тревога. Но я невидим для нее. Я хакер. Причард зря говорил, что я хреновый хакер. О, видите, не зря дверь не вскрыл. Тут можно даже, если первый уровень, взломать неплохо. Дополнительный опыт, да, тут есть. Так, так. Так, так. Опа, даже не обнаружили. Вирус-бомба. Хорош. Изи. Изи опыт. Так, опа-поп-поп-поп. А, не, нормально. Ты что здесь делаешь, приятель? Это закрытая зона. Взятка. О, упомянуть Ли. Ли сказал, что ты вспомнишь, что за тобой должок, и пропустишь меня. Ли не предупреждал, что меня могут не пустить. Думаю, он рассчитывал, что ты вспомнишь, что за тобой должок, и пропустишь меня. Ладно, слушай, за мной действительно должок, так что проходи. Но смотри, не попадайся системам безопасности. Если тебя обнаружат, мне придется с тобой разобраться. Нормально. Нормально, можно работать. Можем работать с этим. Я пишу рапорт о поломках снаряжения. Снаряжение, да. Да, что-то случилось с последним исполняющим модулем механической руки. Механической руки. Что-то произошло с модулем механическая рука 3500. Нафиг мне эти патроны. Опа, это что такое? Мина основа. А, основа. А, ну отлично, кстати. Вот так вот, где у меня? А то лежат тут без дела. Не, подождите, вот тут вот комбинировать. Газовая теперь у меня мина есть. Хе-хе, набздел в мину. Хе-хе-хе-хе. Такой хе-хе. Набздел в мину, теперь будет опасно взломать. Я же надеюсь, меня не обнаружат. Оба. Это что такое? Ready. Конвейер какой-то, непонятно. Репостинг. Репост? И шо? И чё? Всё? Да, или оно временно останавливается, я могу по нему пробежать. А где он? А вот. Так, 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 так. И чё, и чё, и чё. А, во, 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 во. Хоба, дверь. Ага, это вот тут сверху. Эть, эть. Ага, видите, сверху, я сразу не заметил. Оно передвигает его. Так, а как наверх попасть? Так, ребята. Хоба! А, что, где? Что ты делаешь? Зачем ты меня тушишь? Так,
чтобы они меня не отвлекали. Ну, что ты делаешь? Эта система важна нам. Важно, чтобы она не отключилась. Что-то, кстати, у них есть? Нет. Так. Вроде нормально. Охранник там что-то заподозрил, но потом... Он же ж должен, так что все нормально. Вперед, так вы смотрите, дверь опять закрылась. Закрывается постоянно. Так. Ой, им будет нагоняй, когда они увидят, в каком они тут, так сказать. Не, вот так вот. Ова. Ну, во. Отлично. Во, отлично. Что ж будет им, когда они узнают, что они тут делали? Так, он пялится на меня. Или не пялится. Давайте. Взломаем. На всякий случай. Спам. Защита, спам. Спам. Так, не понял, а вот тут вот взлом. Хорош, было близко. А, тут это. Просто шкафчики. Вот транквилизатор. Ага, во-во-во. Лестничка. Эй-два. Ага. Так я тут нормально это передвинул. А, или ненормально. Там еще впереди было. Так, окей. Что тут у нас? А, тут просто... Дзюнь. Не надо так волноваться по поводу Куань Яня. Он только болтать гораздо. А кроме того, в конце прошлой недели изменился код доступа к насосному залу. Теперь это 7934. Лувей, не могу попасть в насосный зал. Ты не знаешь код, только не рассказывай об этом Куань Юнь. У меня и так положение шаткое. Да. Опа. Тайн Медикал, ну понятно. Ой. А, чисто арбалет, фигня. Так, надо передвинуть его вот туда. Почему бы и нет? Эй-два. Не, высоковато, я бы спрыгнул. Будь у меня икар. Это гораздо быстрее, чем вот это вот по лестнице пилить. Так, подвигайся. Оно пока не сдвигается, я смогу забраться обратно. Или оно там просто мне двигает этот. И там комнаты без выхода. Бежим. Ой. Бабки, бабулесики. Снайперская винтовка. Так, отлично. Так, 1500, почти 2000 кредитов в кармане. О, вентиляция. Ой. Увеличенный объем. Увеличенная емкость. Комбинировать. Отлично. Отдал пистолет, но тут опа. Пистолет уже, как говорится, опять у меня в кармане. Хорош. Опять. Ну... Еще раз раскачаю пистолет. Мне-то чё? Так, а вентиляция-то куда ведет? Не, ребята. У меня икара нет. Папандос. Система приземления икара. Не... Я думал, лестница там будет, а без икара там спуститься я рисковать не буду. У меня тут... Не, там просто размажет меня. А опал. Там сколько? Этажей где-то 4, даже 5, наверное. Так гарантированно лепешка. Придется по старинке. По старинке пешочком на первом этаже. Оп, чисто. Оп. Так, там что-то есть. Ой.
Подождите. Там камера. Не, она далеко, она меня не должна спалить. Мне показалось, или тут... Да, тут какая-то дверца. Дверца, и меня тут не должны спалить. Третий уровень. Взламываем. Так, вперед, вперед. Легко, легко. Так, так. 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 Даже никто не обнаружил. Странно. Так, а это что у нас тут? Генераторная, походу. Вентиляция есть. Тупо шкафчики. Думал, проход есть. Так какая ими граната? О, пистолет. Пистолету. Ладно, заберем. У меня место еще есть. Жаль, тут больше ничего, ни прохода, ничего нет. А я понадеялся. Нет, это не нравится. Камера... Вроде как камера не должна спалить. С такого расстояния. Хотя... Так... Опа. Патроны для револьвера. Тут пройти нельзя, значит, там можно пройти. Опа. Да, тут можно. Да, в принципе, можно в инвиз зайти. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, а что там сверху лежит? Патроны? Что это там такое? Ты смотри. Патроны для пистолет-пулемет. Так, надо аккуратненько. Это что такое? Через стоп. Хорошо. Он двигается, понятно. Так, придется... Не, надо, чтобы он отвернулся. Я пройду вот так вот. Вот так вот. Ага. Там что есть? Да, там что-то есть. А, тут не просто что-то есть. Так, что там камера? Ага, палит, палит. Вот так вот чпунь. Можно даже встать. Так, вроде чисто. Так, двигается. Это вот здесь вот... А, нет, это не здесь вентиляция. Да, это... А может быть здесь. За счет того, что тут... О, прикольно. Воу, а что это такое? Люди там... Так, у меня улучшение есть. Вот... скачать в этот... скачать. Прокачать Икарус или нет? А это что такое? А, эффект рефлекс. Прикольно, прикольно. Тык-тык-тык. Ну да, это там, где вот это я упал. Икар лучше сейчас скачаю. Ну, два Пракси соберу. И вкачаю Икаруса. А нет, это что-то другое. Не понял. Не понял. Это ж не та вентиляция. Ой-ой-ой. А! Это ж не та вентиляция, ее короны бабай. О, черт.
Так, а если взять вот это вот, и когда он вырубится, выстрелю в него, он вырубится. Не, вот этот вырубится. Так, надеюсь, тот меня не спалит. Надо поднять тревогу. Так, вроде нормально, не спалился. Так, отлично, вроде как не спалился. Надо быстрее взломать это все и вырубить камеры. Давай, сервер, взламываем сервер. Самое главное, сервак. Остальное не важно. Отлично. Так, минус и минус. Все, минус все камеры. Отлично. Так, парень, отползаем обратно. А то там какой-то еще робот ходит. Мне с ним не хочется сталкиваться. Ты пустой. О, батончики. Так, пистолетные кредиты можно взять. Да, с роботами я не могу, потому что я не это, не делал ничего, кстати. Кстати. А, типа, проходи, тут лазер не мешать тебе. Так. Тут же сигнализации нет. Оп-оп-оп. Там кто-то ходит. Так, боец, харе спать на земле. Опа. Патроны ты себе оставь. Оп. Непонятно, что там. Но взломать надо. Да-да, у меня пароли есть, все дела, но зачем? Зачем мне это нужно, если я могу прям сервер взломать? Я аж хацкер от Притчард, да мне Притчард, сам лично Притчард тренировал. Так, вперед, мужик, тут ты сможешь отдохнуть. Тепло. Без проблем, кредиты. Патроны, неинтересно. Так. Что-нибудь еще? О, транквилизационные патроны, хорош. Вообще больше ничего нет, да? Что, каких детей? Я им тут все поломаю. Тайюн Медикал. Решили меня тут кидануть? Защита. Давай. Бомба, все дела. Оп. Что тут у нас? Чисто. В прямом смысле чисто. Вообще ничего нет. Что, правда ничего? Хоть очки дали за то, что я тут... Оп-оп. Что-то ищу. Так, стопы. А, я думаю, как туда проникнуть. Такой, хочу туда проникнуть. Так. Ага, взломать там нельзя. Пятый уровень. Четвертый уровень. Все дела.
Даже не обнаружили меня. Хацкер от бога. Что у нас тут? Пистолеты патронные. Да пошли вы. А тут что? Пусто. Тупо только за 50 опыта. Кстати, а не, я не отсюда пришел. Это у нас следующий уровень, да? Оп-оп. Ну да, в принципе, да. Прогружаться сейчас следующий уровень будет. Причард, я в лифте. Поднимаюсь в Паньгу. Есть какие-то меры безопасности, о которых не слышно? Конечно. Ничего, то, что охрана везде напичкана. Паньгу в основном используют как склад и подсобные помещения. Как поднимешься, ищи второй лифт. Он доставит тебя прямо в башню. Второй лифт. Так, присесть. Это что? Ага. Чисто складские помещения. Опа. Стоп, червь. Всегда. Ну вот, видите. Только сказал, что мне нужна защита от Эми и электричества, как тут вылезла проблема. Сразу повылазила. Так, давай. А, я это тоже могу захватить. Ай, ты ж, блин. Так, о, бабки. Так, так, место пока мисс есть, можно батончиками затариться. Так, ребята, что тут у вас такое? О, да-да, секретарь. Няня, всем сотрудникам, доводим до вашего сведения, что в хранилище Паньгу имел место инцидент. Поврежден силовой кабель. А, ну вот. Ну вот то, что мы вот это вот видим. Так, что тут у нас? Патроны, о, кредиты можно забрать. Фигня. А, вот. Ну, то, что электричество вырубило, это, конечно, хорошо, но то, что я тут могу... Ой-ой-ой. Вы только гляньте, какое добро. Ой-ой-ой. Это что? А как туда попасть? А ну-ка. А, вон вентиляция. Отсюда, наверное. Да вы издеваетесь, да? Не, нереально, наверное. Хотя, там же больше никак не попасть. Да вроде да. Так как-то, ну, у меня только одна идея. Вот эти вот миленькие ящички. Так, падай. Так, вы смотрите, хоп-хоп-хоп. Сейчас я тетрис тут головоломкой. Сейчас. Да вы смотрите. Давай. Сейчас. На. Плохо плохой захват. В смысле? Да вы издеваетесь? Да вы издеваетесь? Давай, зараза. Давай. Не получится. Оно занимает слишком много мест. Не знаю, что там, но хочется. Но вопрос, как реально туда достаться. Видите, там вентиляция закрыта. А, подождите. Вон. Со второго спрыгнуть. А, ну понятно. А как я спрыгну, у меня икара нету. Что это там? Еще и на нем прыгать нельзя нормально. Прыгать нельзя нормально. Не, нереально. А без икара я не уверен, что туда прыжок будет безопасный.
Только подумал, вот-вот, я нашел решение. Тут единственное, если ящичек какой-нибудь маленький есть. Патроны. А, не, их нельзя просто взять. Блин. Что, реально? Не, спрыгнуть, в принципе, туда можно и без Икара, если туда ящики накидать, если они протиснутся. Так, аккуратно накидать. У меня вроде как для этого хитпоинты есть. Накачаться хитпоинтами. Опа! О, изи. Не, фигня. Так. Фигня. Лестница вот эта вот, бла-бла-бла. А, подождите. Ай. Так, что-то тут было, да? Давай, давай, двигайся. Что, вообще ничего нет? Так, а ну-ка, ну-ка. Так, ну тут ничего нет. Окей, походу оно отсюда только спрыгивается. Где тут эта вентиляция? Где ты? А, вон она. Окей. Так, о, транквилизационные патроны. Я как раз потратился. Так. Ну да, понятно. Вот тут вот этот ящичек есть. Вот этот вот. Угу. И вот тут вот, да. Прыгай, как хочешь. А, ну там ничего интересного нет, кроме транквилизационного. Или что это такое? Книга есть, чтобы книгу почитать. И вот этот вот транквил, да. Ну, не очень интересно. Хотя книгу бы прочитать, не буду я напрягаться. Было бы там что-то другое, я бы реально напрягся. Вот те вот ящики бы натащил мелкие, накидал бы туда вниз и упал бы. Больно, но терпимо. А, так, так, все, лифт нашел, дальше будет тяжелее, ребят. Дженсен, что ты там конкретно ищешь? Какие-то записи систем наблюдения. Брюген. Ван Брюген сказал, что спрятал их где-то Ван на сетке. Брюген. Наверняка он имел в виду зал банк данных. Наверное. Уровень безопасности зашкаливает. Это еще на пару этажей выше выхода. Ага, супер. Но тебе придется пройти людными коридорами, так что оружие лучше спрятать. Принято. Ну ты меня обрадовал. Так, сохранится. Так, я понял, я тут могу ходить, пока месь меня не спалят. Так, 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 что-нибудь есть интересное? Не, а ничего нет. Круто, круто, вот это полигоны. Смотрите вниз. Так, ничего интересного нет. Так, вроде как тишина. А, так, что это у нас тут? Лиген Мемориал Лаборатории. Лаборатории. Окей. Так, а тут что? Надо телефон взять, посмотреть на китайском. Чё оно там переводит ради интереса. Ща, ребята, ща я посмотрю. Так, подождите. Вот так вот. Так, перевод. Автоматический перевод. Чё мне скажут? Будут. Чё будут? Чё это значит будут? Так, Google мне перевел это как будут. А, нет, Такеши. Так, что ты мне будут? Все же переводит как будут. Что там будет? Так, кто там у нас китайский знает? Давайте переводите, что это там за будут. Так. Работник Тайлюнь, ага, на работе играем. Понятно, уволен.
Taiyun Medical. Это недопустимо. Мне срочно нужно попасть в лабораторию Леген. Да, я понимаю, что сам потерял свою карту доступа. Но обеспечить мне замену – ваша работа. У меня же сроки. Блин, прям ментально перешел на китайский. Че ты так, парень? Worldwide leader. А, да, лидер. Мадам? Так вот, ага, сюда нельзя, походу, да? Так, дергаю посильнее, и тут весь автомат начинает крениться. Вот, блин, точно так я и сказал. К счастью, аппарат оказался легче, чем обычно. Ага. Я уже решил, что мне конец пришел. Придавит нафиг этой штукой, и все. Какая трагическая бессмыслица. Ага, сюда, походу, нельзя, если они стоят. Так, мужик карту потерял, надо карту бы найти, тогда вполне возможно я смогу пройти. Тут что-то есть сзади? Не палят же? Оп. Все, чисто. Чук-чук. Не, вроде сюда можно зайти. Оба, оба. Так. Взломать. А нет, рабочий. Давайте глянем. Карта доступа вот к Леген. Местама. Там ваша карта доступа к лаборатории Леген была найдена в лаборатории биодатчиков. Можете забрать ее на посту охраны. Вы знаете, о наших протоколах безопасности надо быть осторожнее с такими вещами. Больше такого не допускайте. Так, еще одна карта. Хорош. Пока мисс никто не пришел. Опа. Ага, я, видите, проник незаконно сюда. Вон, видите, фиолетово. То есть, если я выйду, будет нормально, но если зайдет кто-то, будет очень плохо. Так, там охранник ходит, да? Опа, проверяет. Он... О, черт! Он не услышал? Как я так зацепил-то? Взломать быстро, пока мне сегодня не вернулся. И вообще никого нет. Так, сразу сервер взламываем. Сервак. Вперед. Куча наград. Сух, как много навалили. Опа. Оп. Тишь да гладь. А нет, там... Там этот... Как оно называется? О, дротики. Окошко. Блин, дизайнер чертов. Окошко зафигачил. Бракованные материалы. Цяньфань, вы такой идеалист. Я понимаю, что вы хотите, чтобы мы стали одной из модных американских компаний, но этому не бывать. Мы не фирма нишевик. Мы получаем прибыль с переосмыслением пересмотра линии продукции. Наш конек соотношение цена-качество. Королева драконов не станет менять нашу деловую стратегию. Понятно. Драконов — это вот эта мамзалька. Мамзель — вот это вот как-то там ее бла-бла-бла. Что-нибудь... Это правда? Тинже. Так, пока что там никто не видит. Вентиляция. Ой-ой-ой, ай-ай-ай. Вентиляция, хорошо. Ой-ой-ой-ой. Окно. Окно — это не очень хорошо. Так. Опа. А вроде как вот там вон они ходят, тут не палят. Не, вот там один ходит. Надеюсь, не спалит. Что это такое? Электронная книга. Отчеты. Так. Ну, вроде не должны меня спалить. Взломать. Быстрее. Так, готово. Сервер взломан. Что у нас тут? Военный имплант. Ага, я понимаю, что полученные вами чертежи являются неполными. Передача была прервана, и у нас не абсолютно никаких шансов восстановить отсутствующие данные. Мне плевать. У вас достаточно материала, чтобы понять основную теорию. Основную, так, измененное боевое шасси, сформированные микрозаряды. Ага, разрывная стальная дробь. Взрывающаяся при
приведение в движение. Все разберите, используйте творческий подход. Найдите способ и все сделайте. Я за это вам и плачу, Дже. Ну, это похоже на вот этот вот тайфун. Да. Оп. Оп, а это что? Секретарь. Карманный секретарь. Изменение имени пользователя пароля. Внимание, из-за злоумышленных действий бывшего сотрудника нам пришлось произвести восстановление Брандмаура и системы связи. Ага, вот этот вот. Мистер... как-то там его. Опа. Что? Где? Кто? Кто это там? Так, готово. Парни, влазим обратно. Security, ребята. О, дробовик. Так, как так, места нет. А, точно, места нет. Так, надо что-то думать. Бухнем мы на задании, да и смешаем сразу все в животе. Так, сюда. Не, вот это сюда, вот это вообще выбросим. Бесполезно, это сюда. Это вот это, если бы сдвинуть. Сколько там? Нормально мне вштырило. Я даже не вижу, что это. Патроны к автомату, наверное. Вот это да, я даже закрыть не могу. А, во. Во, попал. Вот это мне вштырило. Сколько у меня там? 159 хитпоинтов. Так, используем обезболивающий. Сдвигаем батончик Сникерса. Патроны, патроны. Избавиться, что ли, от пистолетных патронов. Ладно, еще наберем. Так, сюда. Мина, мина, мина. Мина всралась мне. Вот так вот. Черт. Так, а если, да, тоже развернуть. И это сюда. Вот, вроде как вот сюда должен дробовик влезть. Хорош, даже есть место еще, ребята. Где вы там? Возвращайтесь, у вас, для вас место нашлось. Так, отлично. Отличненько. Что тут пусто? Тут автоматные, да? Что это? Что это? Да, так и думал. Узломать. Так. Ага. Так, защита, защита, максимальная защита. Так. 26 секунд. А, дофига и трошки времени. Я еще успею тут все повзламывать. Хорош. Что у нас тут? Камера какая-то. А, ну, это понятно. Камера, шкамера. О! О! Вообще шикарно. Все? Походу на то. Оба. Так. Так, ребятки. Оп. Так, транквилизация. Ты куда идешь? Стоять! Стоять, бояться! А, он идет прямо сюда. Куда он пошел? Спать. А вот эту крысу наверху надо вырубить. То она мне не нравится. Даже патроны не надо тратить. О, что? Так, так. Ай-яй-яй, не то нажимаю. Т.
Так, они что-то не обнаружат тело? Вроде нет. Так, сейчас надо только ученых еще повырубать, а то они мне не нравятся. Так, барышня, что там тебя запаниковало? Что ты там паникуешь? Ничего ты там не видела. Расслабься и возвращайся на работу. Что? Назад, иди назад, все окей. Все в полном порядке. Зачем так паниковать? Ну так что ты там встала? Какая паника? Встала и паникует. Так, давай. Расслабься. Выдохни. Расслабься и выдохни. Что ты так... Что ты паникуешь? Смотрите на нее. Какая она паникующая. Во-во, другое дело. Без паники. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ну как так-то? Она еще и ударилась. О, блин. Так, ладно. Ой-ой-ой, что это у нас тут? А что это у нас тут такое? Опа. Оп. Так. Ой-ой-ой. В смысле? Места нет. Так. Патроны пистолетные, да, выброшу? Мне вот эти вот. 50 патронов, по идее, должно мне хватить. Так, подождите. Так, готово. Так. Может тут? Нет, тут ничего явно нету. Ой, комплекс Праксис. Вот это халява. Икар сразу вкачаю. Обязательно. У меня как раз тут... не взломать. Будьте благоразумны. Минли, говорят, вы выразили вице-президенту озабоченность по поводу бракованной продукции. Я не знаю, что вы человек честный, но вы же понимаете, что случилось с Тинджей. Его уволили и через неделю после того, как он завел разговор о новых имплантах предплечья. Как друг вам говорю, иногда лучше оставить свое мнение при себе и обо всем забыть. Просто совета. Да. Понятно. Оп. Что? Что там сказала Чанг? Так, парень, расслабься. А, что где? Так, это где? Это внизу. А, но они мне все равно бы не дали взломать. А, у них тут тоже под паролем было. Вот же ж, наверное. Главное, чтоб никто не прибежал. Так. Куда? Сюда. Конечно, мне зачем мне вот это вот возиться? Я вон сразу сервак взломаю и все. А то я слишком много времени занимаю. Гуан Жень. Так.
Ваш почтовый ящик почти полностью заполнен, но окей. А вы правильно сделали, что сообщили нам об этом. Гуа, наш новый сотрудник, и он пока не приходил инструктаж по тестированию. Давайте мне 24 часа. Я все ему объясню, а затем отправлю вам изделия. Ну окей. И взломать, блин. Так, сюда и сюда. В последнее время взламывается вообще на изи. По кашу. Хоп. Так. Мне... А, не сюда. Тут окно. Ага. Это просто так. Ну ладно. Просто еще одна... Как бы так сказать, еще одно отделение. Я думал, отсюда тоже можно пройти. Но нет. Нельзя. Оп. Патроны просто. Тьфу ты, патроны. Газетка. А что по газетке? Что у нас там? Нанотехнология чинит поврежденные клетки. Панхея и этика биотехнологий. А вот она. Месть Ян Джао. Так. Как только что? Появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, акции Энпро сильно упали. Акции Энпро сильно упали, так? У нас много жалоб на температуру в банке. Вы же меня не будете видеть, если я буду взламывать? Да нет. Слишком холодно. Я думаю, из какой-то шахты слишком много воздуха поступает. Ладно, я проверю это. Мадам? Работник Тай Юнь. Охранник. Ну да, вот Bell Tower, да? Да, Bell Tower. Так. Ты ничего не видел, мужик. Я не маньяк, я просто иду за ней. Она не должна тут ничего спалить. Женщина, можно вас на секундочку? А? Ой, блин, вот это ей... После такого ей точно потребуется медицинская помощь. Акции Энпро сильно упали. Прям аж... О, как же это больно даже на это было смотреть. Так. Оп, привет, как дела? Что? Как дела, говорю. Все, готов. Еще так присел. Так, пошли. Хе-хе, вас спалят вместе, как ты на ней будешь лежать. Ха-ха, тебя уволят, мужик. Вот это папандос. Стоял там, отдыхал, а потом опа. И сверху, блин. Сейчас устроим. Прям как в Хитмане. Все, во. О, идеально. Идеально, все, теперь... А, подождите, надо еще облапошить его, как так-то? Якобы он ей заплатил. Готово. Взломать. Так. Так. Готово. Все. Соточка есть. Так, они зеленые, да? Да. О, испугались. Им вообще пофиг. Ясно, понятно. А если вот так вот? Так, вроде они еще зеленые, не оранжевые. А вот если я начну взламывать... Ты же на меня никак не реагируешь. Мужик. Кто-то тут есть? А, он там просто стоит, я так понял, да? Ты там же просто стоишь, не будешь патрулировать? Их тут двое. А тут вот... Появились миллионы долларов. Наверняка это просто канцелярская ошибка. Ну! Такой... Даже со стула не встал.
Отлично. А, он просто растекся. Ну, в принципе... Ой-ой-ой. Пик. Опа. Что? Где? О. Отлично. Ну, он тоже... Как и мужик растекся. Как так, 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 давай. Сюда, сюда, вот так вот. Отлично. N-Protech. О, что тут у нас? Серьезно? Это вы мне пишете? Да я, блин, автор этого кода. Служба безопасности Тюм писала. Так, извините. Внимание, из-за злоумышленных действий бывшего сотрудника нам пришлось произвести восстановление Брандмауэра и сети связи. Со следующего работного дня вы обязаны использовать указанные ниже имена пользователей. Окей, запомним. Ага, тут у нас просто. Мактавиш отрицал все обвинения, но не смог. Откуда на его личном счету появились миллионы долларов? Миллионы долларов. Ну, тут ничего интересного нет. А вот тут вот интересное есть. А, вообще близко, отлично. Отличненько. Так, вроде тут никого нету, да? Новые цели, митник. Главное, митник. Главная сучка прислала новый список. Эй, срочно нужен доступ к счетам следующих компаний. Сатландия, Германия, США, Исландия, Бразилия, Корея. Вам неплохо даются тесты на проникновение. Начинайте ими заниматься, а я буду разбираться с этим наклеблин. Как же он меня достал, мельник. Ага. Все, схренали и работаю. Так. Расти. Ой-ой-ой. Ты куда это собрался? Вход в банк данных только для тех, у кого есть доступ. Тебе туда путь заказан. Я искал кафе, извиняюсь. Так, ну ладно, пошлите искать кафе. А, ну я тут был, да. Это не кафе. Парни, вы как там? А если на них долго смотреть, они нервничать не станут? Но тот слева вроде начинает нервничать. Так. Так. Так, вроде не спалили меня, да? Нет, вроде не спалили. Так, так, так. Надо его побольше шпагатом тут растянуть. Так, ты смотри на него. Мужик. Во, нормально. Оп. Так. А, вот это уже серьезно. Да нет, изи. Выключить. Готово. Опа. Далеко выходит. Там камера есть, интересно. Идет сюда. Вот черт. Он, надеюсь, не прям сюда? Не сюда прям идет. Ходит с этой дурой сзади. На плече, точнее. 100-килограммовый. Или сколько? Сейчас подальше пройдет. И мы его в попец. Чпоньк. А, шо... Так, надеюсь, там никто ничего не обнаружил.
идет сюда. Так, надеюсь, он не обнаружит тут это потери. Ой, там пулемет лежит. Ой, он 2000 стоит. Вот так. А он не, он не в конта, не, в, не влезет. Мне надо дробовик выкинуть. Так, готов. Но все равно шлемак защитил его. Так, мужик, не стой тут на проходной. Тут вот скамеечка есть. Ну, почти. Та, ну как ты, ну, ну что ты как не родной? Во-во, смотрите, идеально. Идеально. Ну вот этот вот шприц только надо вытащить. Да что ты так растекся? Ты смотрите, стекает просто. Мужик устал настолько сильно, что прям в прямом смысле растекся. Так. А как бы тебя так? Тоже тут, чтоб ты растекся. Ну, почти. Оу-оу. О, вот так нормально. Даже и не скажешь, что вырубился. Так, как бы мне вот эту дуру с собой утащить? М? У меня и так тут барахлинского много. А он займет как снайперская винтовка. Вот это вот все. Это 300 стоит. В принципе, там 2000. Смотрите, вот это придется выбросить. Вот это выбросить. Вот это копейки стоит. Вот это надо оставить обязательно. И вот тут надо выбрать. Дробовик 700 стоит. Ага. Угу. Угу. Вот оно как. А не, подождите, я могу... А нет, не могу. Не могу. Не могу. А если вот так, вот так я могу. Оба. Хор... Ой-ой-ой. А на самом-то деле я мог... Ну так повернись, у тебя две ячейки, что ты не... Во. У тебя же две чертовых ячейки. Так, ой-ой-ой, что вы наделали? У меня все было красиво. Все испортили. Все испортили. Я сейчас мог бы там где-то автомат прис... Ну... Ай, ладно, фиг с ним. Тут что у нас? Я думал, тупик. Ага, вентиляция. Тут у нас... Да. Батончик. Итак, что у нас тут? Вентиляция. Куда? Так, он сюда не смотрит. Непонятно. Сэр, я закончил установку обновления безопасности в банке. Ага, ага. Отлично. Теперь там никто не проскочит незамеченным. Система лазерного обнаружения, камеры наблюдения и часовые работают на максимальном уровне эффективности. Там просто световое шоу. Особенно, когда сервер включен. Я понимаю. Просто рай высоких. Да. Кроме того, рядом база группы быстрого реагирования. Отлично. Отлично. Надо отнести боссу отчет, чтобы она... Отнести. Вот черт. Ага, нет, он просто сюда ушел. Окей. Так, ну он там не услышит. Как-то странно. Так как я ему между ног-то прострелил? Ну, в плане того, чтоб
Снаряд ушел в прямом смысле между ног. Это был кек. Вот это чуть не попал. Как вы знаете, в отделении управления данными постоянно действует жесткий режим. Это очень важное отделение. И в соответствии с официальным протоколом посторонним вход туда запрещен. Если вам потребуется дополнительная информация по санкционированным процедурам, смотрите раздел «Ограничения по жопе». Пусто. Что это у нас? Книжка. И компьютер. Опа, пароль станции в комнате охраны. Я нашел очередную пасхалку Мельника в наших системах Keylogger на главном компьютере в комнате охраны. Я от него избавился. Ну, хорошо, что ты от него избавился. Мне-то какая разница. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А, я понял. Тут якобы робот, но его тут нет. Патрулей нет, вот взломаем. Я люблю взламывать. Обожаю прям. Так, сюда, сюда, сюда. Сразу все взламываем. Отлично. Ай-яй-яй. 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 Ай-яй-яй, нас взламывают. Нас взламывают. Так, надо аккуратнее быть. Так, и тут тоже, а то робот сейчас ломанется. Опа, чирик, нам туда. Все, все пограбили. Аж четвертый уровень. У-у-у. Это ж 150 очков опыта. Хорош. Ай-яй-яй-яй. А вот это serious business. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. Опа. Ну, в этот раз прям заставили попотеть. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. А вот эта фигня, она тут двигается еще. Вот черт. Спасибо за просмотр и до следующих встреч на просторах. Что там у нас? Детройта. На просторах нового будущего человечества. Пока.